Невероятно, об индийской мафии практически ничего не известно, но ее боятся во всем мире. Со смуглыми парнями не рискуют связываться даже самые жестокие преступные группировки из бедных кварталов Нью-Йорка. И свое влияние распростерло не только на территорию самой Индии, но и на сопредельные государства, в том числе на Соединенные Штаты, где огромное количество индусов проживает, и все работают по негласным правилам, которые устанавливают вот эти теневые братья.